Вітам всіх на нашому каналі. Чужаки. И сегодня мы встали в 5 утра, чтобы приехать на границу между Польшей и Словакией. И сделали мы это для того, чтобы посмотреть, как выглядит деревня Польши и деревня Словакии, которые стоят рядом друг с другом. Дорога, на самом деле, из Польши до словацкой границы очень удобная. Нам нужно было в Кракове сесть на поезд, который идет по Малопольскому воеводству, и ехать надо было напрямую всего 4 часа. Никаких пересадок, комфортный поезд, очень живописный при этом вид из окна. И приехали мы сюда не просто так. Дело в том, что в Польше все деревни, в которые бы мы ни приехали, они очень красивые, аккуратные. И мы вот решили приехать прямо в самую обычную польскую деревню, и решили ее сравнить, как будет она выглядеть по сравнению со словацкой деревней. Будет ли разница, какая лучше, какая хуже. Может быть, мы просто избаловались такими известными деревнями в Малопольском воеводстве. В общем, будем смотреть в этом ролике. А вы пока обязательно подпишитесь на этот канал, потому что нам нужно срочно набрать побольше подписчиков. Это очень важно, и не каждый из вас подписан, хотя смотрит нас больше людей, чем у нас подписчиков. В общем, это важно для продвижения канала, и я на вас очень надеюсь. Нажмите подписаться и поехали дальше. Пока Саша летает на дроне, я дам вам немножко контекста. Сперва мы с вами пойдем по польской стороне, это будет деревня Ломницы-Здруй. Она где-то население на 2000 человек, может быть меньше, это сейчас как бы старые данные в Википедии. Вообще, это очень старая деревня, она считалась королевской, основана Казимиром. Достопримечательностей здесь не так много, но то, что мы уже видим, что деревня небольшая, но в ней есть все. Все нужные магазины, все дороги хорошо сделаны, все очень красиво и аккуратно, все перекрестки. То есть пока деревня производит очень хорошее впечатление. На самом деле мы с Сашей ходим и думаем о том, что прекрасное место для житья, скажем так. Горы, речка, хорошие магазины, полиция, за ним там хорошая баскетбольная и футбольная площадка, на которую направлены камеры. В целом тут вообще все, что нужно есть для жизни. Красивые природные объекты, тут есть водопады, ну небольшие, и так далее. В этом кадре совмещены две вещи, которые мне очень нравятся в Польше. Это вот эти деревянные старые дома, когда их сохраняют и как-то приводят в порядок, это выглядит очень красиво. А второе, как человеку из Новосибирска, из Сибири, я каждый раз любуюсь яблочными деревьями. Потому что у нас максимум растут ранетки, это небольшие такие яблоки. И я не могу налюбоваться на вот этими большими, сочными, красивыми яблоками. Мне кажется, это выглядит безумно красиво и каждый раз хочется сорвать. Вот смотрите, посадил вот так красивые груши или что это. Хоп, вышел из дома, а тут что-то вроде, ну как бы не набережная, но вот место, где все могут отдохнуть, выйти к речке. В общем, ну красота, красота, мы переезжаем. Нам нужно в кое-чем признаться. В общем, предыдущие кадры, это были из деревни Пивница-Здруй. А вот это начинается, собственно, та деревня, которая нам нужна. Но они тут все немножко друг к другу переходят, у них нет четких границ, разницы особо нет, поэтому это не принципиально. Но и тем лучше, что мы, получается, сравним побольше польских деревень со словацкими. Походу, мы зашли на какую-то новую модную деревню, потому что тут стоят одни новые дома. Какие-то еще нежилые, все отстраивается, но видно, что, короче, в эти деревни обе вкладываются деньги, потому что где-то дорога не сделана, но видно, что она на ремонте. Отстраиваются новые дома, вот как раз для нас того, чтобы покупать когда-нибудь. А, да, когда-нибудь. Поэтому становитесь спонсором этого канала, когда-нибудь, может быть. И будем все собираться в гостях. Вообще, эта деревня считается туристической, здесь как бы много троп, и вид красивых открывается в горах и так далее. Также она богата минеральными источниками, и здесь так много, что местные жители, ну, как написано в Википедии, иногда не могли найти колодец, где идет обычная вода, а не со всякими минералами. Но вообще здесь очень красиво. Надо посмотреть, может быть, тут реально сдаются домики в аренду, и мы приедем сюда на какое-то время, на пару дней, поснимаем ролики.
Так что, кстати, не переключайтесь, подписывайтесь. Может быть, мы реально как-нибудь еще сюда приедем. Мы, получается, для чистоты эксперимента дошли почти до центра этой деревни. Как бы тут есть такой магазинчик, впереди есть костел, все как полагается. Очень аккуратно, дорожка вдоль дороги аккуратная, магазины. Такая даже импровизированная набережная сделана. В общем, очень тут тихо, спокойно. И как бы для комфортной жизни в деревне тут все есть. Есть как бы и дорожки нормальные, и магазины. И все прибрано, и аккуратненько. И получается, ну, самое интересное в этой деревне, оно остается в горах, потому что там есть маршруты интересные и так далее. Но как бы у нас в этот раз для этого времени нет, потому что нам-то еще нужно дойти до Словакии. Так что сейчас мы повернем обратно и пойдем до Словакии. Мне, как человеку из Сибири, до сих пор приводит в бешеный восторг. Не знаю, для вас, наверное, может быть, так это обычная вещь. А для меня это вообще радость и шок, что я сейчас сделаю пару шагов, и по вот этому мостику я перехожу просто из Польши в другую страну, я перехожу в Словакию. И как бы людей тут ничего не разделяет. Но это когда как бы соседи нормальные друг с другом отношения, как бы страна рядом с тобой, не какой-то террорист, то, конечно, ты можешь просто вот так пешочком взять из одной деревни в другую перейти и как бы оказаться в другой стране. Я, кстати, в Словакии еще не была. Сейчас, раз, два, три, четыре, пять... И мы в Словакии. Собственно, вот мы в Словакии, в селе Мнишек под Попрадом. И что я могу сказать раз? Во-первых, тут не менее аккуратно. Тут очень... красиво, ну, в плане очень прибрано, чистенько, аккуратненько. Мы как-то снимали ролик про границу совместную Польши и Чехии. Ну, можете посмотреть этот ролик. И там как бы разница сильно ощущалась, когда ты переходишь из Польши в Чехию. Вот, а здесь очень аккуратно, но видно, что эта зона такая больше, видать, торговая или что, вот, ну, именно вот после границы, потому что в Польше я этого не видела. Здесь стоят одни магазины с алкоголем. Вот вопрос. Уже который раз мы встречаем, что вот переходишь от Польши в другую страну, и стоят ряды магазинов с алкоголем. Польша, что ли, он дорогой или что? И, походу, сюда приезжают поляки закупаться. Или как-то так. Мы вот такие ходим немножко как блаженно, умиляемся то красивым яблоком, то видом, то уточкам, то природе. На самом деле нам просто очень нравится природа, пейзажи Польши и соседних стран. И больше видео и фотографий с наших поездок мы выкладываем в Инстаграм. Саша много фотографирует, я выкладываю видео. Можете подписаться на оба наши аккаунта, полайкать. Там много видов Польши, потому что мы на самом деле влюблены в нее. Поэтому переходите... Мы немножко поддались этому туристическому порыву и загляделись на эти магазины с алкоголем, которые стояли здесь вначале. И оказалось, не зря, потому что там внутри продается ликер на травах в горах Татры. А существует очень старый там, столетиями рецепт, что здесь люди заваривали вот как бы всякие травы и делали из них крепкий ликер. Это так и назывался татранский чай. То есть они называют это чаем, но по сути это крепкий алкоголь, крепкий ликер. И вроде как написано в интернете, что его можно было попить только там в тавернах или где-то вот здесь, в туристических местах, где разливают чай такой. И одна компания словацкая решила делать такой ликер. Не удержались, купили, попробуй себе такой ликер. Мне кажется, это очень круто, когда что-то местное всегда сделает стильно, прикольно, с какой-то историей, то есть популяризирует как бы свою культуру. В этом плане только хотела прокомментировать, что здесь деревня очень красивая, замечательная. Мне здесь очень понравилось, но не хватало какой-то, ну, не знаю, оттенка прошлого этих мест, потому что деревни обе очень старые, там, с 13-14 века. Может быть, какие-то вот признаки, памятники всему этому. Этого немножко не хватило, но тут, как я понимаю, больше таких природных маршрутов. Вот как бы то, что здесь продается ликер, это прикольно, потому что всегда, когда приезжаешь в любое место, хочется взять с собой частичку этого места. Что здесь важно, что здесь интересно, что здесь живет веками и годами. Блин, какая хорошая была бы эта интеграция. Но у нас нет рекламы, потому что у нас мало подписчиков, поэтому не забудьте подписаться. Мы взяли какой-то классический рецепт и еще смородиновый рецепт. Выглядит, смотрите, красиво. По-моему, это здорово. На самом деле, приехать в такое место сейчас было как
доктор прописал. Потому что, как вы знаете, в России идет мобилизация, моя страна давно уже воюет с Украиной, и это совершенно тяжелый и ужасно тяжелый год. И когда ты приезжаешь в подобные места и видишь, как разные страны, ну, то есть как бы Словакия, Польша, заботятся о своих небольших деревнях, то есть тут всего 2000 человек, с другой стороны 600 человек, как они заботятся об этом, как они аккуратно к этому относятся, трепетно к природе, трепетно к своим домам. И здесь как бы душа отдыхает, и ты понимаешь, что как бы добро, порядочность, аккуратность, она еще важна. Хотелось бы, чтобы люди брали пример друг с друга в хорошем плане, как вот тут, наверное, не знаю, соседи смотрят друг на друга, поэтому здесь все выглядит аккуратно. В этом плане я восхищаюсь и Польшей, и Словакией. Ну, в Словакии пока только одна деревня, всю остальную Словакию я не видела. И надеюсь, что вы, наши подписчики, находитесь в безопасности, ваше душевное здоровье тоже в порядке, и у вас все хорошо. Наши ролики иногда теперь будут выходить то на польском, то на русском. Мы как бы стараемся подобрать оптимальный для вас вариант. На обоих языках будут субтитры, также на английском, чтобы вы вместе с нами могли изучать разные места, смотреть, как люди сохраняют свою культуру или свои дома, трепетно относятся к природе. Мне кажется, очень важно, особенно в современном мире, показывать, что важно бережно относиться к тому, где ты живешь, обращать внимание на что-то хорошее. Ну, в общем, такие, они, казалось бы, банальные вообще человеческие ценности, но, видать, они не всем понятны до сих пор в этом мире. Поэтому спасибо, что вы с нами. Если еще не подписались, проверьте и подпишитесь. И до новых роликов!